Так, вот это то, что мы едим в отеле, вместо того, чтобы платить 35 долларов за устриц на берегу. Причем, когда платите за устриц на берегу, всегда нас спрашивают, что, кто это. Да, Ирина Николаевна? Да. А то он говорит, пробуй, пробуй. Вот я и напробовался. Потому как он позиционировал, что одна устрица стоит 35 рублей, 1 доллар. Но это оказалось не так.